Рав, я хотел спросить, все эти годы изгнания, они проходят человека в десятке или в его частной жизни, в его процессе частном? Это зависит уже от того, где он находится. Если мы говорим об египетской истории, о рассказе об Египте, они почувствовали себя в изгнании у фараона, и затем это изгнание изменяется. Они находятся на выходе из изгнания, но все еще не чувствуют буквально результаты изгнания. И я не могу ответить тебе однозначно. Выход из изгнания — это называется, что силы разделения моего, разъединения моего с товарищами. И постепенно мы начинаем раскрывать связь между нами, пока не достигаем состояния, что Творец раскрывается между нами, и мы начинаем развивать снова и снова связь с Ним, и Творец раскрывается больше. Да. Так если в изгнании, в Галуте есть силы, которые разделяют нас, а выход из изгнания, мы выходим из тех сил разделения, так откуда есть в изгнании сила? Есть у нас в изгнании сила, которая вытаскивает нас и объясняет нам, где мы находимся. Иначе мы бы не вышли из изгнания. Но верный пастырь, разве это не объединение между нами, которое мы создаем? Нет? Нет, нет, это еще до этого. Это сила, которую Творец формирует. Ясно, нам. Так во время этого изгнания нет еще до сих пор первого объединения. Период изгнания — это пока что... Нет, есть, но пока мы выходим из Египта, пока мы проходим все эти условия и подходим к получению Торы, это все наше развитие. Так в чем заключается та сила? Что это за сила, которая ведет тебя? Где эта группа в то время, когда ты находишься в изгнании? Она находится со мной в изгнании. Я чувствую, что я хочу соединиться с ними, но у меня нет пока что сил для объединения. Так и что нас ведет? Только желание, что мы хотим, но нет у нас. Да, как и сейчас ты чувствуешь. Ты хочешь в сущности соединиться с какими-то желаниями, силами, но у тебя их нет. Ты хотел бы, но нет. Это все еще изгнание. И эта вещь просто идет и увеличивается, и усиливается. Ты хочешь все больше и больше, и видишь, что еще больше видишь, что нет. Так когда это... Что нужно сделать для того, чтобы вот эта вот разница станет кли, чтобы Творец уже сделал действие? После того, как мы проходим несколько условий и приходим к состоянию, когда мне не важно, в каком состоянии я нахожусь, главное, что я нахожусь в связи с товарищами, и к этому я стремлюсь. Я даже не могу выразить это. Это не очень-то понятно из Торы. Найти там все вот эти предложения, что за условия, что человек ощущает, что он находится при выходе из изгнания. Ну, написано, что он сбегает, что он там делает разные вещи, к нему
наступают злые силы, хотят его убить, он снова бежит, все они кричат к Творцу, молятся. Ну, видишь, рассказ, он приводит нас... к таким поворотам мне нечего добавить. Последний вопрос. Так как же во время изгнания ты можешь присоединиться внутренне к этому верному пастырю, чтобы с этой силой продолжать идти вперед? Именно исходя из того, что я нахожусь в желании отдавать. Выходит, что из этого я развиваю свое желание получать, чтобы оно было направлено на отдачу. Я не знаю, что именно тебе ответить. Это понятно, что развивается желание постепенно и в направлении связи с Творцом.